Продолжаем выпуск. Большие чтения в Саратове. Открытие осенней сессии проекта прошло в конференц-зале областной научной библиотеки. В ходе мероприятия участники своими выступлениями почтили память президента Российского союза по культуре и искусству Екатерины Гениевой, которая скончалась 9 июля 2015 года. Она долгое время являлась куратором проекта «Большие чтения». В зале звучали музыкальные произведения и отрывки из книг Гениевой и Александра Солженицына. Осенняя сессия в этом году также посвящена подведению итогов года литературы в Саратовской области. Год литературы нельзя закрыть. Можно его открыть для того, чтобы лишний раз почувствовать, что без литературы мы прожить не сможем. И что живую книгу нам не заменит никакой интернет. Поэтому мне хотелось бы, конечно же, всех поздравить с сегодняшним событием. Очередная сессия большого чтения для Саратовской области – это событие. В заключении мероприятия прошел показ мультфильма известного мультипликатора и сценариста Гарри Бардина «Адажио». После сеанса сам автор выступил перед публикой и рассказал, что Екатерина Гениева смотрела этот мультфильм 88 раз.